одной гирлянды нет. Вот это тоже. Где размеры все? Это кто чертил? Так, значит, вот это вот. Значит, ты здесь пишешь заголовок. Так. Вот такой вот заголовок. Построение орнамента решетки. Просто. Вот здесь вверху. Это у тебя ворота. Здесь размеры. Здесь кирпич у тебя, да? Мрамор, значит. Все это покажешь мрамор. Кирпич или мрамор? Мраморная крошка здесь? Значит, здесь на обсвете нам показать мраморную крошку. Сделайте тогда кирпич, если вы не знаете. Сделайте кирпич. Значит, кирпич, да, карандашик просто, да? Здесь пишешь. Построение орнамента решетки. Напиши карандашиком. Здесь, потом напишешь. Дальше. Построение орнамента решетки. Дальше тебе нужно будет на тоненьком вот таком листочке, на альбомном, начертить тоже маленькую просто всю решетку по размерам и просто в папку, для того, чтобы в папку лезть, да? Так, значит, вот это ты сделала, сюда появляешь, делаешь, все это нужно. И кто у вас ведет описание построения? Я. А? Я.